Ремонт лежака. Вот там дальше за елочкой стоит лежак. И крышка на нем. Ну, как бы, лежак не новый, крышка не новая. Решил отремонтировать. Старая крыша была из ДВП, прогнулась. Дырявая, текла. Что я сделал? Снизу фольгоизол, десятку положил. Сверху положил двадцатку ППС. Ну и баннером. Вырезал из баннера. Положил баннер. Как бы вот он у меня лежак. Ну, на этот год самая лучшая семья. Она и отработала хорошо. И перезимовала. Ну, в общем, отличная семья. И вот с весны, все лето она была. Вот такая была крыша. Тридцатка и двадцатка ППС, 50-ка. Вроде все нормально, но тепло и наоборот летом прохладно, то есть она не пропускает жару. Но улей деревянный, крыша ППС, сегодня 27 сентября или 8, уже появилась влажность в улье, то есть вентиляции нет, нужно что-то делать. Вот я и решил заняться ремонтом старой крышки. Сделал отверстие, поставил петельки, ну, чтобы удобно было не поднимать, а ну, открывная, как дверка. Ну, дальше покажу, что получилось. Ну и вот что получилось. Крышка, вентиляция. Ну и так положил навес над литком пчелок. Ну, у меня практически на всех ульях так мешки лежат. Они особенно на деревьях и на пенопластик гасят капли, удары капель. Ну и здесь то же самое. От дождя литок ограждения. Ну а так, крышка подъемная. Сейчас дождик заморосил, поднимать не буду. Положил одеяло. Подушки из МХ у меня есть. Подушку. Одеяло, подушку из мха, чтобы лишнюю влагу собирал. Ну, как бы вот так. Все, всем пока.